Легионы Великой Армии Республики, подготовить составы и ждать команды офицеров! Если тебе так же, как и мне, нравится вселенная Звездных Войн, и ты хочешь почувствовать себя бравым клоном, бойцом специальных операций, или, может быть, джедаем, тогда тебе верная дорога на Хартерп-проект по Звездным Войнам эпохи Войн-клонов Storm of the Galaxy на игре Arma 3. Здесь тебя ждет свобода от вечных донатов, ведь лорные персонажи выдаются методом актерских отборов, а не за деньги. Для того, чтобы присоединиться к Великой Армии Республики, переходи в Discord по ссылке под видео. Огромная благодарность Launcher Films за предоставленную анимацию. Ссылки на автора оригинала в описании. Теперь я уверен, что их еще много осталось. Почему? Они уже проиграли войну. Смысл продолжать сражаться? Некоторым просто трудно принять поражение. С другой же стороны, это армия дроидов. Они могут их использовать сколько захотят. Думаю, ты прав, Мик. Интересно, что с нами будет после всего? Да, кем мы будем после уничтожения жестянок? Станем полицией? Мы не созданы для такого. Пятая ударная группа продвигается вместе с другими. Скоро все закончится, командир. Сообщим, чтобы были готовы ко всему. Сэр, что-то не так? Я чувствую тьму. Она скрывается в силе. Пока не могу ощутить, откуда исходит угроза. Я предупрежу парней, сэр. Капитан, входящее сообщение с Корусанта. Что-то необычное, адресованное вам. Ладно, посмотрим, что там. Выполнить приказ 66. Джедай. Джедаи. Они ненавидят нас. Они использовали нас. Для них мы расходный материал. Они предали нас. И сейчас они заплатят. Сценарий написан и санимирован Launcher Films. Над звуком работал Скадивар. На русский язык дублировали клоны Александр Перепелицын, джедай Макс и ваш диктор Николай. Материал подготовлен Will Studio. Друзья, ваши лайки и комментарии мотивируют нас выпускать ролики быстрее. Не скупитесь на них. Если хотите присоединиться к нам или помочь нам материально, все ссылки в описании. Спасибо за просмотр и... скоро увидимся!